Всем привет-привет. Фу, говорю, потому что наконец-то я дорвалась до камеры, до видео, до покупок AliExpress. Давайте сниму, покажу вам, потому что покупки вот такие. Вы знаете, что с Али я очень дружу, и я заказываю ежемесячно, делаю заказ. Заказ я делаю после зарплаты, чтобы, знаете, чтобы постоянно что-то не заказывать, я уже для себя такую выработала систему. То есть я заказываю после зарплаты, у меня уже накидано что-то в корзину, намечено. Потом делаю сразу же, как поступает зарплата, сразу же оплачиваю каких-то 4, 5, 6 позиций. Они, как правило, недорогие такие, ну, может быть, 2, 3 или 1-2, если что-то такое подороже. И уже знаю, когда мне ждать. То есть до следующей зарплаты мне, как правило, приходят эти посылки, и такой круговорот идет в природе. В моей. Так что давайте покажу вам, что заказала, потому что покупок много, все классные, и, ну, это Али, Китай рулит. Давайте вот пока выглянуло солнышко, сразу вам покажу тот мой заказ, который нужно показывать при солнышке. А именно, это вот такие вот блестки для глаз. Это такие типа, как бы, знаете, типа тени. Конечно, на картинке это выглядело как тени, как прям такие, знаете, самостоятельный какой-то, ну, пигмент на глазах. Сразу обратите внимание, они у меня тоже на глазах, вот поэтому мне и нужно солнце. Естественно, я их ложила, у меня сейчас розовый оттеночек вот этот на глазах, я их накладывала поверх теней, просто, знаете, просто такое как топер делала. Ну, в общем, что хочу сказать. У этого продавца, кроме теней, был и такой праймер-клей, который нужен для того, чтобы его сначала нанести как базу, а уже на него натаптывать, как бы вбивать блестки. Я по блесткам вообще тащусь, млею, хотя вы знаете, я не делаю вот этих инстаграмных макияжей, да, блестящих там с растушевками, но я их люблю. Вот знаете, вот по мне просто купить и пусть лежит, и все, моя душа спокойна и спится мне хорошо. Но мне надо, чтобы оно у меня было. Итак, я, конечно, думала, что это что-то типа пигмента плотного, но это оказались обычные блестки. Вот такие вот, знаете, как мы покупаем блестки для ногтей, как мы покупаем вот блестки для тела, для лица, вот что-то типа, не типа того, а точно такие обычные мелкие блестки, которых у меня, в принципе, в моем маникюрном столике, да, порядка там, наверное, не знаю, под сотню таких блесток разных цветов. Ну, вот заказала. Потому что думала, что другого качества будут. Ну и плюс вот такой вот клей. Помешаешь мне снять видео, девочка такая хорошая. В общем, девчонки, очень крутая штука, как акцент. Вот знаете, сделать. Подожди, давай я тебе что-нибудь дам. На, вот этот твой был заказ. На, с ним играйся, потом покажем девочкам. Иногда, делая макияж, вот прям хочется, прям просится, прям, ну, необходимо, ну, что-то такого добавить, знаете, просто ради удовольствия, ради настроения, ну, вот просто так, просто хочется у чего-то новенького. За копеечные цены, я думаю, это можно делать, даже не раздумывая, брать вот эти блестки, знаете, на Новый год, на какую-то фотосессию, ну, просто сделать селфи, ну, вот просто так. В принципе, я довольна заказом, мне нравится, как работает этот вот клей-праймер, назовем это так. На него классно садятся блестки, и они не осыпаются, они просто тупо приклеиваются. Вот еще раз посмотрите, как это смотрится, достаточно, знаете, даже вот можно выйти в магазин. То есть я бы сказала, знаете, не просто там, ну, сделал такой макияж и уже не выйдешь из дома, да, такой артистический. Нет, вполне носибельный, чуть-чуть набить где-то, чуть-чуть вот просто притоптать, очень-очень даже. Поэтому оставляю все ссылочки, естественно, под описанием, в описании под видео. Переходите и заказывайте. Дальше опять покажу то, что уже у меня на глазах. Девочки, это накладные реснички, а точнее пучки. Господи, я вот, знаете, вот я очень уже долгое время не наращиваю ресницы с сентября месяца, да, это где-то полгода, и это ужас.
человек без ресниц, это просто снимать фильмы ужасов. И я заказала вот такие вот на Али пучки. У меня, девчонки, были пучки, да, я делаю макияж, то есть мне пучки вообще необходимы. И даже одну пару простых ресниц я изрезала на пучки, тоже где-то себе добавляла. И вы знаете, ну просто ну совсем другой человек. Это совсем другое лицо, это совсем другой макияж, это совсем другое дело. Если вы, я повторяю и призываю вас, неоднократно не наращивали ресницы, сделайте это. Вы просто, ваша жизнь изменится и разделится на до и после. На Али я заказала готовые пучочки, и сегодня, только сегодня первый раз я их попробовала. Господи, это просто кайф. Во-первых, я их не чувствую. Те пучки, которые, я говорила, у меня были, и которые я реснички разрезала, я их чувствовала. Они все-таки более такие длинные, более пышные, более такие, знаете, артистичные. Здесь же я выбрала сама размер, который мне нужен. Это 11 и 10. И на пол глаза, вот, я просто наклеила пучки. Они не видны вообще. Я вам просто вот гарантирую, если бы я где-то кого-то встретила вот на улице, никогда в жизни человек бы не сказал, что у меня что-то наклеено искусственное. Смотрится круто, смотрится натурально. Такой у них немножечко такой рваненький вид. То, что мне и нужно, ну вот просто супер. Со следующего месяца я начну наращивать реснички. Вроде бы как я нашла мастера, ну как сказать, нашла, найти-то нашла, но надо пробовать, знаете, надо к мастеру привыкать, потому что, ну не могу без них, и летом, ну я точно без них не смогу, это супер находка, это вот, ну вообще другое лицо, я вот сейчас себе смотрю и думаю, господи, ну вот наконец-то ты просто человеческий приобрела облик, а не ходила как страшила. Поэтому, девчонки, пучки крутые, классные, даже вот прям от всей души советую, и я эти пучки я вечером буду снимать и обратно же складывать в коробочку, то есть это не одноразовое, они не на выброс. Поэтому если вот на какое-то событие, знаете, в гости, в баню, в ресторан, то пучки это очень классный выход из положения, если у вас плохие реснички. Следующая моя покупочка, та-дам, солнечные очки, все свои солнечные очки я покупаю на Али. Есть, знаете, категория такая товаров, типа вот купальники, солнечные очки, которые я попробовала единожды, и я поняла, что только глупый человек может переплатить за эти же очки, да, тоже с AliExpress, но купив его где-то там типа Fashion Boutique, там что-то типа того. Все с Али, все из Китая, и я перестала покупать очки дорогие, в прямом смысле слова, да, по деньгам дорогие. Их у меня было в свое время только двое. Это очки от Юдашкина, я за них отдавала что-то в районе $100. И Ray-Ban тоже я отдавала за них что-то в районе $100. И те уничтожены. А вот эти вот за $4 служат мне верой и правдой очень долгое время. Знаете, закон подлости. Поэтому это такие вещи. То есть солнечные очки у меня как резинка для волос. Они по всем сумкам, они по машинам, они по рюкзакам. Они везде, то есть я их просто хватаю и одеваю. То есть летом, вот начинается сейчас весна, я вообще не живу без очков, да и думаю, все люди. То есть очки, это такой, знаете, в карман, в сумку, в машину, вот бросил, то есть чтобы что-то где-то было не жалко. Я очень люблю форму авиаторов, заказала вот так, знаете, на Обум. В принципе, все очки я, ну, все люди заказывают на Али, на Обум, да, то есть подойдет, не подойдет. Ну, как-то вот так. Они, конечно, большеваты мне. Они такие... Ну, мне вот захотелось чего-то разнообразного. Я люблю больше темные стекла, чтобы были. Мне захотелось чего-то такого новенького, чего-то полупрозрачного. Ну, я не могу сказать, что я тащусь от них. Немножечко, чуть-чуть не мое. Вот как бы мне хотелось, чтобы они немножко были... Видите, они просто вот как прямые. Я бы хотела вот чуть-чуть изогнутые. А еще я не люблю такие очки, потому что когда их одеваешь вот так... то снимаешь ты их вместе с волосами. То есть если у тебя заплетены хвост или косы, ты просто их уже не снимешь, поэтому не очень удобно. Но я заказывала, заказываю и буду заказывать. Вот сейчас я другие заказала очки, вот эти вот в оправе очки, видите, а я заказала, то есть стекла без оправы, ну что-то такое интересненькое. Пластиковые очки с Али я вообще обожаю, это просто находка, знаете, одни очки у меня есть такие просто мега удачные, и я сейчас хотела заказать их еще раз, потому что им уже года три, они уже и поцарапались, и захожу, и их нету просто, то есть...
Именно таких очков уже нету, но Али это удивительный просто магазин, да, где, я думаю, найдутся и те мои очки. Ну, в общем, пусть будут и такие. Так, ну давайте еще по косметическим, по таким штучкам пройдемся. Вот что-то мне захотелось мыло для бровей. Знаете, листаешь это Али, да, и что-то такое интересненькое накидываешь себе в корзину, и когда что-то такое выпадает, кому-то ерунда там за доллар, полтора. В общем, как я не отвлекаю Дашку, все равно вот она лезет сюда, вот она хочет показывать покупки Алиэкспресс. В общем, и когда попадается что-то такое дешевенькое, но такое интересненькое, я всегда это покупаю, ну, знаете, просто так. Мыло для бровей, оно как бы уже, знаете, нашумевшее. Отзыв об этом продукте такой, что просто намертво приклеивают волоски. У меня волоски очень жесткие, но я люблю свою форму бровей. Я как-то попробовала следовать моде и широкие брови. И... Дашо, ну дайте мне, пожалуйста, рассказать. Ну, пожалуйста. Я тебе уже и ресницы отдала, и заколки твои отдала. Я сейчас все сниму, вот. Ты бросишь очки, ну ладно, на очки, на, вот я просто жертвую. Видите, тишина. И вы знаете, не следуйте никогда моде. Мода это такая, знаете, нестабильная вещь, то есть это для смеху ради. Если у вас есть свой стиль, свой вкус, свое видение красоты, делайте это так, потому что мода это явление уходящее и приходящее, фотографии, как говорится, останутся с вами на всю жизнь. Поэтому вот эти брежневские брови и вот то, что сейчас делают с мылом, вот эти вот волчьи такие прилизанные кверху брови, это просто ужас. И вы знаете, я ради смеху вот сделала себе такие брови. Реально, просто приклеивает это мыло брови в любом направлении. Мне кажется, что их даже в обратную сторону можно приклеить. И вы знаете... Пару раз я попробовала так. Во-первых, это мыло видно на бровях. То есть видно какой-то, что чем-то таким типа восковым намазано, какой-то такой белый налет. Ну, то есть ты сначала как бы укладываешь брови, а потом уже рисуешь, цвет придаешь бровям. И даже когда я пробовала рисовать и тенями, и маркером, и под такой помадкой для бровей, и тушью для бровей, и все равно, ну, не то. Как-то вот, знаете, как по воску ты рисуешь. В общем, если просто укладывать вот по моей форме бровей, да, ну, например, там, выходной, я не хочу краситься, вообще не хочу делать макияж, я просто, или там поехала куда-то на море, да, чтобы не были лохматые брови, просто мылом их уложила, все, и пошла, ну, чтобы были брови перед этим окрашены, естественно. Но вот это вот издевательство, вот эти делать волчьи, прилепленные к колбу брови, я больше не буду и вам не советую. И я вот до сих пор ужасаюсь. Но до какой степени вот люди, да, идут на поводу у моды, до какой степени вообще дошел вот этот, ну не знаю, эволюция сказать, ну тоже вроде не назовешь. Дошел вот этот регресс, даже я скажу вот так, что уже додумались до такого и говорят, вау, это модно, это классно, это красиво. Имейте свой стиль, имейте свой вкус, и то, как делаете вы, будет модно, классно и красиво, а не то, как нам навязывают. Господи, я заболталась и забыла показать вам, что в наборе шла вот такая щеточка для бровей, да, стандартная, и шло еще... Шел вот такой ножичек, он тоже как бы для коррекции бровей. Ну, естественно, брови лучше выщипывать, чем обрезать. Но ножичек такой довольно-таки удобный. Я думаю, натаскать его где-то в косметичке, вплоть до того, что, знаете, подрезать колбаску ему можно. Вот очень такой классный. Вот этот вот, если вы полетите куда-то, да, как я летела в Италию, и у меня оказался складной ножик в моей... в ручной клади, и у меня просто его забрали и выбросила. Я просто выбросила складной нож. Ну, тоже додумалась, да, вы сейчас скажете, ну, додумалась. Ну, просто вот я просто забыла его переложить в сумку. А вот этот уже бы не выбросили. А вещь, кстати, классная. Вот колбасочку подрезать, яблочко, знаете, порезать. Ой, девочки, сейчас покажу вам Дашкину красоту, но это просто, ну, красота, ну, неземная. Посмотрите, какая красота. Это набор заколочек, вот таких вот
Девчонки, я так жду, когда у нее вырастут волосики, и я буду заплетать. Я просто вот все свое умение, все свое желание, все, что я всегда делала с собой, я так хочу на нее все это перенести и наконец-то заплетать косички своей дочки. Это просто, я не знаю, это кайф жизни. Это просто только мечтать об этом можно. Естественно, я уже начинаю закупать какие-то заколочки, резиночки, что-то вот такое миленькое. И только на Али вот этого просто полно. Я не смогла просто пройти мимо вот этих мимишных заколочек. Они такие крутые, они маленькие. Там можно было выбрать в любой цветовой гамме, там синие, серенькие, черненькие, розовые, белые, персиковые. Но я выбрала вот такие вот, и у нее еще пока не слазят, но даже вот эти вот маленькие, знаете, там какой-то вот такой вот бантик прицепить. Тебе тоже. Ой, слушайте, а красиво. Тут есть большой вот такой вот бантик. Его точно можно прицепить. А этот убрать. О, вообще красота неземная. Ну, давайте продолжу в таком образе. Ну, в общем, девочки, если даже у вас там есть какие-то племянницы, или вы собираетесь на чей-то день рождения, девочки, ну вот просто выход, просто, я не знаю, вы угодите ребенку, девочке, особенно которая уже как бы соображает, да, которая понимает во всех этих девчачьих штучках, вы просто угодите на 1000000%. Это просто чистейший кайф. Классное качество, нереальный просто ассортимент. Еще в наборе шли маленькие резиночки, по-моему, 6 штук они лежат. Ну, просто розовенькие, там тоже с бомбончиками всякими. Просто, ну, нереальная красота. И вы знаете, я заказываю и продолжаю заказывать. Один заказ пришел, я уже другую партию заказала резиночек. И плюс шла вот такая вот лента, да, на которую можно их всех нацепить, повесить, чтобы не валялось. Плюс можно заказать, как я сказала, если на подарок, то там уже идут в коробочке, а не в подарочный. Немножко стоит дороже, но тем не менее, если на подарок, то, конечно, ну, прелесть. Я в восторге полнейшем, и вот, ну, просто слов нету, как я довольна. Так, дальше о наших девчачьих штучках. После того, как мне пришли эти детские заколочки, я просто, даже сомнений не было, что я буду брать их постоянно, выбирать любые, потому что качество классное. И я заказала набор из резиночек для себя уже. Резиночки, просто резиночки для волос, да, для хвостов, для кос. В наборе шли резиночки, я не знаю, сколько штук, там, по-моему, что-то около 20, и абсолютно все они разные. Вот, смотрите, одну я даже ношу как браслетик. Их, в принципе, все можно носить как браслетик. Они в нескольких цветовых гаммах. То есть я выбрала такую тубу, где все разнобой. Можно было заказать просто черное, можно просто белое, можно просто голубенькие. Посмотрите, какие они обалденные. Мало того, что они шикарные на вид, вот это вот можно носить как браслетик. Девчонки, они так круто держат волосы. Это просто вот Invisibubble, да, резиночка, которыми я пользуюсь, и я их хвалю, и я ими пользуюсь очень давно, вот для меня просто перестали существовать. Они крутые, они классные, но они меня стали бесить тем, что они очень сильно растягиваются, их постоянно нужно ошпаривать кипятком, чтобы они приходили в обратную форму. А вот эти, они очень красивые, они стильные, они вот как браслетики, и они классно держат волосы. Я вообще в восторге полном. Вы знаете, мои тончайшие, тонюсенькие волосы, которые не держат вообще ничто, и я их боюсь какими-то другими резинками просто сломать, посечь, вот эти резинки держат просто на ура. Разнообразные, с цветочками, с бусинками, с узелочками, со всякими вот такими штучками. Ну, я не знаю просто, что можно еще придумать и какие могут быть еще вообще варианты. Во-первых, они какого-то, знаете, нереального качества. Они вот просто очень плотные, то есть их не порвать, не растянуть. Ну, я, естественно, даже если какая-то... Вот, кстати, вот эту вот резиночку выбрал мой Владик носить как браслетик. Посмотрите, ну чем не хороший мужской браслетик.
Ой, что я хотела сказать. В общем, если даже какая-то выйдет там из строя, порвется или что, ну ничего страшного. Посмотрите, какой классный набор. Ну, набор шикарнейший. Вот этими резинками я довольна полностью. Я уверена, что они будут держать абсолютно любые волосы, от тонких до толстых. И плести с ними можно будет и косы, и хвост держать, и любые прически. В общем, супер. Я очень довольна. Этого же продавца я заказала еще вот такой набор резиночек. Это вот такие маленькие-маленькие резиночки. Я их заказываю не в первый, вернее, не заказываю, я их покупаю не первый раз, потому что заказываю на Али в первый раз. Мне нужны, когда я плету себе косы, либо когда я делаю такие прически, как сказать, где нужны потайные резиночки, я пользуюсь такими резинками. Они, к сожалению, очень быстро растягиваются, но поэтому их всегда много в наборчике, в коробочке, либо могут рваться, и я их, естественно, выбрасываю. Для причесок, для вот того, что мне нужно, да, для вот этих потайных резиночек, для кос каких-то, для мелких кос, шикарные резинки, покупаю не в первый раз, всегда в таких вот, в каких-то пакетиках они были, а здесь вот в баночке вообще великолепно. У продавца были и разноцветные, то есть если для девочек, для кого-то можно любой вкус и цвет. Тоже очень-очень довольна, очень-очень советую. Я думала, что я уже все показала, а я-то не показала самое интересненькое, самое главное, это AirPods. Смотрите, я показываю вам свои AirPods уже в чехольчике, то есть они у меня, я их покупала отдельно, и чехол я тоже покупала отдельно. Когда я открываю, сразу у меня идет подключение, поэтому открывать не буду. Давайте сразу одновременно скажу и по AirPods, и по вот такому красивому чехлу. AirPods вообще вопросов нет. Вот такая штука подключаются к моему айфону, к айфону моего сына. Я хожу, когда с Дашкой гуляю по улицам, я слушаю в них аудиокниги. Класс. В общем, вообще никаких нареканий. Подключаются быстро, держат зарядку отлично. Ну, в общем, одни плюсы. Я довольна очень. Я их заказывала. Будь здорова, Дашка. Будь здорова, моя хорошая. Моя улыбочка сладкая. В общем, класс. Я заказывала их, по-моему, к Новому году. Он их сам выбрал, он их кинул мне в корзину. Я только... Мама, только плати. А я уже сама захотела вот такой вот красивый чехол. Он типа, знаете, типа а-ля духи Коко Шанель. Мне показала подружка, что она заказала такой чехольчик. Типа круто, стильно смотрится. Я подумала, почему бы нет для, знаете, там, для фоточек и для всего. Но... оказалось, что он не до конца заходит в этот чехол. И то есть зарядку всунуть практически невозможно. Нужно доставать его из чехла и заряжать. Я не знаю, либо такой косяк только у меня, либо они у всех такие, ну потому что на фотографиях, да, у продавца, то есть все щитненько, все хорошо, все классно. Вообще это не приносит каких-то неудобств, только для того, чтобы впихнуть туда вот это зарядное устройство. Но не очень приятно. К этому чехольчику еще идет такая очень длинная золотая цепочка. Я просто даже не знаю, где она, я ее сразу сняла. Она не очень удобная, потому что попадает все время под крышку и не закрывается тогда. Но ну, штука просто такая прикольная, милая, интересная, стильная. Вот, ну, как-то так. Все, переходите по ссылочкам, пишите комментарии, пишите, как вам, что вам понравилось, как вам вообще вот эти резинки, от которых я просто млею. Я вот, знаете, несмотря на то, что я такая, ну, а-ля пацанка такая, может быть, но в душе я самая настоящая девочка, и мне никогда не были чужды бантики, заколочки, косметика, колечки, украшения. Я всегда это все любила, несмотря на то, что, опять повторюсь, что у меня такой стиль casual. Я не люблю платья там в горошек, но у меня много платьев, но они все спортивного стиля. А вот эти вот все девчачьи штучки, я как, господи, жду скорее бы Дашке это все заплетать, просто вот руки чешутся и колосятся. Все, обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться и дружить. Всем пока!